Приветик, не спящие все остальные любители. Стареть? Кинсит, что это вообще такое? Это игра про рыжую тварь, которая... Знаете, она познакомилась во сне с каким-то ублюдским гномом и теперь бегает по миру и собирает грибы. Вот. Поэтому, поверьте, будет интересно, наверное. Так, что? Собрать одуванчики, покормить свинью. Какого хера? О. Награда. Нет? А почему я... Что я делаю? Спрячь. Что тебе надо? Проснулся. Так, это я читал. Отстань. Да, я в курсе, как пользоваться этими дурацкими кнопками. Все, отвали. Все, ты доволен? Все, отстань. Чел, с тобой я тоже разговаривал. Ты хочешь ведро и дал мне денег. А что, их 3 монеты? Отправил девочку просто подальше. Так. Гном-вымогатель, который хочет чего-нибудь. Давайте его чем-нибудь и накормим. Хочешь одуванчиков? 1. А в смысле, а в чем разница? Очень странно. Все, вот тебе 1 одуванчик. И чтобы ты не гундел меня тут, тварь. Письмо от Твига? Дорогой друг, меня зовут Твиг, и я приглашаю тебя в гости. Я же сказал, что ты заведешь отличных друзей. Я живу в Нюке. Хоть не в Дюке, на севере. От вашей фермы. Через реку. Знаешь что, Твик, я буду дружить с тобой по переписке. У меня нет настроения ходить к каким-то странным мужикам, которые шлют мне письма. Ведро подождет. Мне надо вспомнить, как вызвать свинью. Нет, это точно не то. Свинтус, как он называется? О! Так, тебя сказали покормить. На вот это вот. На. Ешь. Все. Так, отзывайся обратно. Все, ты дома. Ну, что-то понюхал. Пофиг. Я пошел покупать ведро. Да. Ведро? Это прекрасно. О, еще один квест выполнен. Ну и шикарно. Ведро. Нам, по-моему, куда-то на запад. Я уже бегал вчера. Ну, как вчера, в прошлый раз. Так что нам куда-то туда. А стрелки? Ага. Ага, все понятно. Все ясно, все понятно. Очень странное решение. Конечно, делать вот именно так. Вот именно так шея чешет. Ну, в смысле, с правой стороной кнопок геймпада. У меня тоже вот такая вот хреновая на геймпаде есть, но... Вот как бы вот верхнее фиолетовое яблоко — это Y, а у меня это треугольник, и очень странно это все, в общем. А, дуванчик улетает. Такс. Где-то здесь продаются ведра, я слышал. Да-да, очень важный исторический камень. Нет, с тобой мы не будем разговаривать. Я не хочу с тобой разговаривать. Еще один важный исторический камень. Осталось найти еще один. В смысле? Что-то оно не работает, ни хрена. О, а это, наверное, он и есть. Нет? А ты? Нет. Странно. Я забыл, на что вызывается карта. Ой. О, нам показывает, куда идти. Прикольно. Нет, самоны мне не нужны. Карта где? А, все, нашел. Фига себе, это кто? А ты чё такой злой? Я вижу тебя, я вижу вас всех. Ты не пройдешь. Чё тебе надо? Ты кто? Герберт Лимон. Ты никуда не пойдешь. Нет.
Твой дядя сказал мне приглядывать за тобой. Герберт будет приглядывать. Не покинешь эту долину, пока твой дядя так не распорядится. Понятно, какой-то странный, злобный дед. Вот и сиди в своем доме, понял? Ублюдок, мать твою. Так, покормить свинью. На. Синие ягоды, вкусные очень. А можно на тебе поездить? Можно, да? Отлично. Вау, заносит его, конечно, жестко. Нет, туда мне не надо. Надо где-то найти сраный камень. Что это такое? О, статуя богини. Прекрасная. Можно использовать на 7 или 14 день, чтобы сделать подношение ради бонуса. Не только. Понятно. Нет, травились мне не надо. Герберт Лимон. Нет, мне не надо травились. Все, отстань от меня. Я не нашел дурацкий камень. Где он? О, пенек. Базил. Что-то о море вдруг вспомнился. Ой, что это такое? Закрытая какая-то хрень. Ну и ладно. Мне все равно нужен дурацкий камень, поэтому... пойду куда-нибудь еще. А можно мне карту? Ай! Неприятненько. А что нас ждет на севере? Ну, кроме закрытых ворот, конечно. Вот где-то здесь. Ага. Понятненько. А где ж камень тогда? Не ж камень, а камень. Герберт Лимон. Дать Герберту... Нет, трехзвездочное яблоко я Герберту не отдам. Это мое трехзвездочное яблоко, заработанное честным трудом. А воровать у него не дают. Зато я могу собирать сраные яйца и гладить кур. Причем яйца в прямом смысле сраные. Вы думаете, все так просто? А вот нет. О, яблоко. Опять скажешь, что яблоко не мое, да? Ну, конечно. Да он не увидит, он не заметит даже. Подумаешь, всего лишь одно яблоко с дерева сорвал. Я и так катаюсь на его свинье, так что какая разница. Ну, в хорошем смысле. Не в этом. В другом. В хорошем. Ой, здрасте. Вот ты посмотри, как эта свинья летает, действительно. Она просто скользкая очень. Смазали, наверное. Стоять. Так, одуван. А! Куда-то засосало. Так. Я вижу камень. Значит, я трогаю камень. Логично? Логично. Так, мне надо найти еще таких камней, очень много. Куда ведет меня эта фея? Это что, говорящая черепушка? Ого. Выглядит прикольно. Но не слишком. Эх. Я надеюсь, что очень скоро выйдет этот самый продолжение Зайчика. Следующая глава. Давненько что-то не было. IP всюду. Да, это я уже читал. Жалко сохранение тут говно. Ну, в смысле, когда выходишь из игры, ты не сохраняешься. Ты сохраняешься только, когда ты спишь. А это вообще жопа. И тебе просто игра не дает выйти из игры. Так и говорит, не, чел, не. Если выйдешь, ты будешь начинать заново. Пока не поспишь. Конфетная белка? Одна. Конфетная, так конфетная. Оп, стоять. Опять скажу, что не мое. Нет, это можно лутать. Это хорошо. Лутать я люблю. Лутать это весело. Грибы нельзя собирать? Ну все. Все, минус. Минус сразу в игре. Что тебе надо? Отстань, дед. Так, мне нужен еще один сраный камень же, правильно? Что-то не пишут здесь, сколько камней мне еще надо насобирать. Ну и ладно. Ну и не надо. Ну, конечно, нельзя, конечно. Это вот зачем здесь эта ваза стоит? Вот нахрена? Это подношение туалету, что ли, или что?
Фига себе она, конечно. Со свиньи сразу в толчок. Из толчка на свинью. Жесть. Перченые яблоки. Нет, ты смотри, трех камней недостаточно. Надо найти что-то еще. Записки создателя номер 7. Не забудьте использовать какой-то Tatter Way для любых активных квестов, если вы застряли. А, подсказку пути, понятно. Спасибо, разработчик, очень полезно. Осталось найти еще один. Их вообще здесь 5, что ли, оказывается? Жесть. Что так много-то? Статуя богини. А, телепорты. Спасибо, не надо. Это не тот камень. Это тот камень, это не тот камень. Больная кошатница. О, кайф. Так, все, регион открыт. Наконец-то, наконец-то. Все открыто, все прекрасно. Мне сказали купить ведро. Я пошел купать ведро. Где у вас тут ведра продаются? Куда? Да, она. Стой! А, тут дурацкое дерево. Она куда-то улетела на водопад. Скотина. Здорово. Так. Вряд ли здесь продаются ведра. В общем, она куда-то улетела. Тварь такая. У меня есть то, что тебе нужно. Вряд ли. Я помню, что ведро продается не здесь. Нельзя это использовать. О-о-о. Надо сначала вырасти. О-о-о. Там тема прикольная. А это что такое? О, Hampered. 82 монеты? А что надо? Нужна парочка предметов. Нихера себе! Парочка предметов. Хорошо, заплачу. Они временем ограничены? Потому что если нет, то я возьму. Если да, то хреново. Забавно будет, если я возьму этот квест и скажу: я принесу тебе твои яблоки. А через 10 лет вернусь и скажу: я принес тебе твои яблоки. Так. День друида. 7-14. Отметьте в календаре. Так. Готовка. Домашняя еда требует образцов. Требуется для образцов. Нед хочет приготовить рыбу. Не. Нед обойдется. Какие-то ивенты. Рейсинг? Не, не хочу рейсинг. Так, ладно. Все, я пошел отсюда. Можно мне лутать эти яблоки? Нельзя. Шобака. Куда ты летишь, тварь? Стой, я тебя догоню. Ты стой. А-а-а! Да в смысле? Твою мать. А-а-а! Где я? Ой, записочка. Опять дурацкие одуванчики. Они, говорит, не боятся, они весь год стоят. Как свинтовый стояк. Впрочем, неважно. Где-то я видел магазинчик, который продавал сраные ведра. Ну, не в этом смысле сраные, а нормальные сраные ведра. Обычные. Чего-то я его найти не могу только. Странно. Это он? Нет, это не он. О! Рисована чашка. А, это таверна. Ну да, да, логично. О! Здрасте! А у вас ведер нету? Ведер? Нету? Нету. Понимаю. Так, о, вот этот магазин. Отлично. Здорово, старикан. Пропусти. Ведро. Вижу ведро. Ведро. Да. Кайф. Так, все, денег у нас больше нет. Не хочу возвращаться до темноты. Погуляем еще ночью. Сосиска. За сотку. Дорого. Бартер. Ты искала бартер? Она больше не ищет бартер.
Ну вот, магазин закрылся. О, какой отстой. Так, я тогда, наверное, пойду домой. Погладил курицу. Очень у них уж странные курицы, раз они дают себя гладить. Очень странные. Прям мега странные. У нас курицы никогда гладить себя не давали. Они сразу всегда убегали. Наверное, потому что они были в курсе, что они... как бы, ну... еда. Да-да, здравствуйте, здравствуйте, да. Кажется, это вы заказывали эти гребаные яблоки. Я надеюсь... я надеялся встретиться с тобой. Ах, да, мы с тобой уже разговаривали. Что произошло? Просто собираюсь сходить пожрать. Понятно, ну, давай. Так, а я просто собираюсь пойти домой. На Свинтусе это делается довольно быстро. Мне бы еще полутать, вот прямо не помешало бы. Кстати говоря, я же... А я карту не открыл? Опа-на. А как так? В смысле? Я же все камни нашел. О. Тебя, что ли, не потрогал? Ну, капец просто. Жесть. А это чья ферма? А, это старикана вот того ферма. Нет. Стариканы не интересуют. Willow Farm. Ладно, пойдем обратно. Я купил ведро. Наверное, это хорошо. Здорово. Ой, я купил ведро. Отличная работа. Ты можешь использовать это ведро для разных целей полезных. Иди попробуй. Ты не мог раньше сказать мне, что тебе это ведро не нужно? Что ты за скотина такая? Иди, говорит, попробуй. Пойду и попробую. Это что за свет фонаря? А, это моль такая у них. Понятно. Понятно. О, водичка. Так, а что мне с этой водичкой делать? Что, как интерактить? Фига себе. Вон оно что. У меня есть целое колесо. Прикольно. Контейнеры. Есть деревянное ведро, есть не деревянное ведро. Еще есть инструменты. Фонарь есть. О, лейка. Так, а можно лейку залейкать? Нечем наполнять, а нужен пустой контейнер. А, ладно. РТ, это где? Здесь? А. Вижу. Еее! У-ху! Удобно. Так, ладно. У меня еще есть фонарь. Ха! Прикол. Кажется, Свинтус устал. Я не хочу бегать в солянку. О, это будет долго. Как там с тебя? Слезть. Используйте это, чтобы что? А, это? Нет, это не интересует меня. Ты куда? Тебе нельзя уходить. Пигмалион. Я захватил тебя, сиди в клетке. Вот скотина. Уходит. Ну и ладно, ну и черт с ним. Так, что у меня еще есть? У меня есть ведро. Зачем мне ведро? Просто так. Просто так. Все ясно, все понятно. Квесты были где-то... где-то здесь. Нет, это семья. Это не квесты. Ферма. О, нашел. Так, яблочки, яблочки. 19 яблок, да? Это очень много. 19 яблок. Пойду пособираю, что ли? 19 яблок. Хотя откуда я их возьму? О. Что пишет? Ой, ты что делаешь? Встань! Встань, дура! Ну, капец. Уснула, значит, на ферме, на траве, проснулась в кровати. Замечательно. Просто прекрасно. Дайте мне мои деньги. Целая монетка.
Ты меня не интересуешь. Все, отстань. Что тебе надо? Нужно начать сажать семена. Можешь купить семена в магазине. Что это? Название города или улицы? Фестивал Грин. Или фестиваль такой у них зеленый. На юге от деревни. От центра деревни. Этот рынок будет находиться там с 3 по 10 число. Вот тебе 4 монеты. Иди купи семян. Да почему всегда я? Есть же этот бездельник. Какого хрена я всем занимаюсь-то? Проси этого ублюдка сходить. Чё он по дому шарахается только? Сердечки рисует в голове. Вернее, над башкой. Какого черта я должен заниматься всем этим дерьмом? Нет, это тратить нельзя. На грушу съешь. Поехали. Ой, стоять. В воде осторожно. Иди в жопу, утырок. Не работает ни хрена, еще тут совета раздает. Скотина. А че он такой красный? У вас он какой-то коричневый, а у меня он какой-то красный. Свинтус только ушел домой. О, одуван. Так, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Не та. Во. Купить семян. Ну, это понятно. Встретиться с Твигом. Да не хочу я встречаться ни с каким Твигом. Семена. Хотя, логично, конечно, что игра поджимает нас по времени, но я это не люблю. Прям, вот прям ненавижу. Было бы лучше, если бы все-таки игра дала решить мне, когда мне заканчивать день. А не вот так вот. Так, семена, семена, какой-то фестиваль, где-то на юге, где-то здесь, видимо. Прям на самом юге или вот где-то в деревне, в той дурацкой. Ты кто? Здрасте. Понятно, понятно. Это что такое? Ого. Что это? Где я вообще? Грибы. О, можно грибы собирать. Ха-ха. Класс. Какой саундтрек классный. Мне нравится. Что? О, интерактим. Что-то не интерактится ни хрена. Да. Наверное, надо найти кирку. О, книжка. А время идет, пока я читаю книжки? Потому что если идет, то хреново. Книжка с загадками? Не совсем, но это не очень интересная книжка, поэтому ну ее нахрен. Хотя свой шарм в этих книжках есть. Я уже замечал, наверное, в прошлой серии. Ну их реально просто приятно читать. Они коротенькие, какие-то прям как с Кариме. О, книжка. О, прочитал. Нормально, пошел дальше. Так, нет, туда мне не надо. Ясненько. Я зря сюда пришел, только время потратил. А вот еще вопрос, как быстро растут персонажи здесь? Нам же еще деда хранить. И ни одного. Интересно, что вы тут продаете. Мне тоже интересно, что вы тут продаете. Семена морковки 4 штуки. За 4 монеты. Покупаю. Почем яблоки? Одно яблоко, одна монетка. Не. Хотя, подожди. Я экономист. Значит, смотрите. Мы тратим 19 монеток. Получаем в награду 82. А? Надо только найти, где продаются синие эти самые ягоды. Акт поклонения. Очень интересно. Фига себе, это что запугало? О, сорока. Обожаю сорок. Они классные. Здрасте. А вы чего продаете? Семена. Капусты. Не хочу капусту. А где мой инвентарь? Ага. А где мои деньги? Еду я вижу прекрасно. Деньги где? Коллекции. Книжки. Где деньги? Лебовские. А, все, вижу. 3 монеты. Не, ну 3 монеты это несерьезно. Очень несерьезно.
Ты кто? Надо что-то. А, поиграть в метательную игру за 5 монет? У меня нет таких денег. Я себе НАТО с натугой купил. Шино за 4. У меня нет 4. Иди отсюда. Такс. Ну все, я тогда погнал. Что это такое? Заметки создателя 26. Вы можете использовать эту стойку, чтобы продавать предметы. О как. Они, возможно... Покупатели, возможно, захотят побартериться. Обменять что-нибудь. Понятно. Вот это полезная записочка, подсказочка. На 1 час. Давай на 2 часа. Это стоит 2 монеты? Чё, издеваетесь? Ну хорошо, ладно. А мы продаем грибы. Нет, ну вот это продаем. Цена. А мы продаем это. За сколько они мне продают? 4 штуки за 4 монеты, правильно? Давайте продавать штуку за 2. Или это за все? Или как? Я заплатил за 2 часа. Пусть будет 2, ладно. Изменить прайс. Ну, прайс 2 за 1 штучку, правильно? Правильно же? Я надеюсь, что да. О, смотри, смотри, сколько народу. О, 1 купили. Профит 1. 3. Кто-нибудь еще? А есть кнопка «Зазывать народ»? То есть мы на серьезных сейчас будем сидеть тут минуту 30? Вы что, издеваетесь? А мне можно отсюда уходить? Мне нельзя отсюда уходить. Это подло. Не, ну, в принципе, за 2 часа я заплатил 2 монетки. А заработал 3. Мы в плюсе на монетку. Купи. Молодец, 5. Йо, 7. Все. Закрыться пораньше. Нет. Мы не закрываем. Нет, цена остается. Мы меняем айтем. Мы продаем фиолетовые яблоки. О, 4... А, это максимум. По 3. По 3 за штуку. Они фиолетовые. Это лучшие яблоки на свете. Приходите, покупайте. У нас целый час еще лавка будет открыта. О, 3 человека. Давай. О, да. Кайф. А почему максимум 3? Какого хрена? Не, ну так-то я заработал целых 18 монет. Ладно, вру. Меньше, конечно. Но тем не менее, мы уже в плюсе, в диком. Наверное, мы закроемся пораньше. 15. Ну да, да. Мы закроемся пораньше. Я заработал довольно много бабла. Ну-ка я, наверное, яблок. Я все равно хрен когда насобираю. Сколько? Угу. А можно купить сразу пачкой? Или ты продаешь 1 яблоко? Просто мне надо 18. Ай, ладно. Я приберегу эти бабки. И вообще, я пойду в город, схожу, куплю кирку. Мне кажется, это гораздо прибыльнее, чем яблоки продавать. Блин, классная игра. Почему я раньше у нее не играл? Я даже выходить из нее не хочу. Так. Просто, ну... Реально, бывает, когда ты заходишь в игру такой, ну, игра, да, ну, что-то там можно делать, там. Ну, скучно, просто скучно, неинтересно, и тебя просто тянет нажать на кнопку «Выход», закончить все побыстрее, но не здесь. Здесь прикольно. Здесь можно продавать яблоки. Их покупают. Что, ведро? Ты хочешь ведро? Здрасте. Чё говоришь? Что? Ладно, пофиг. Это какой-то очень странный старикан. Ну, что-то там про мамку свою говорил, которая уже не стала очень много лет назад. А, так вы с фермы Виллоу. Никогда не слышал. Понятненько. Странный старикан, увидимся позже. Ведро я тебе не отдам. Что тут продается? Что это такое? Шарик. Стеклянная банка. Эффиджи. Фигурка. Это что такое? Лопата. Стю. Стейк? Или нет? Я не помню, что такое стю. Вообще-то стейк обычно, но, видимо, не в этот раз. Так, а это что такое? Карамельная белка. И кролик.
Слушай, а есть что-нибудь эдакое? Ну, что-нибудь, что не лежит на полках? Здорово. Икабут Мун. Добро пожаловать. Я Икабут. Торговец всяким разным барахлом. Приехал издалека. Тра-та-та. Однажды... Что? Наполнил яму? Нашел яму, построил там стойку торговую, вот как мы яблоки сейчас продавали. Работал там каждый день. И теперь я достиг вот таких вот высот. Понятно. Как дела? Все в порядке. Но мой живот крутится сильнее, чем мельница во время шторма. А что происходит? Я иду на работу. Вернее, я работаю. Это то, чем я занимаюсь целыми днями, чтобы зарабатывать бабки. Логично. Ну ладно, пойду поищу тогда что-нибудь более полезное, чем это говно. О, лавка травника, да? А вы ничего не продаете? Я так не играю. А подожди, а может с ним можно поговорить? Может он скажет мне что-нибудь эдакое и продаст? Дра... О. Такс. Зелице. Пыль. Стамину дают с силой. Черная краска, синяя краска. Begun. Избавьтесь от роя. Рост, сайд-эффекты. Это, видимо, усилители роста. Храбрость, сайд-эффекты. Звездная пыль. Отдыха, скажем так. Экстренная помощь. Не, мне, пожалуй, ничего из этого не нужно. А ты, чел, продаешь что-нибудь? Не продает. Ну, и разговаривать с ним толку нет. Они, конечно, все прикольные, но... Не. Такс, кузнец. Кузнец. А ты кто? Понятно. Так, слушай, кузнец. Чего продаешь ты? Как это называется? Модель для отливки. О, забыл. Лопаты. Сама лопата. Руда. Руда. А... О чем у тебя лопата, подожди? За 7. Ага. А это что такое? Эквипмент и предметы на продажу. Ладно, а ты кто? Права? Джереми Кузнец. Он же также Смит. Я слышал тебе. Новости разносятся быстро здесь, в округе. Та-та-та. Если тебе нужно что-нибудь в моей кузне, я не заставлю тебя ждать. Ага, понятно. Ну, хорошо. За 7, значит, продаешь лопату, да? А за сколько лопату продает этот утырик? Вот ты, да. Лопата у тебя почем? Тоже по 7. Ну, слушай, ну, у меня, по-моему, нет лопаты. Давай лопату мне. Отлично, я заимел лопату. Кто такой Стю? Новости? Зачем мне новости? Мне это не надо. Что это такое? О, здесь можно продавать вещи. А почем? Максимум 2. Ну, продадим грибы. То есть не обязательно стоять у лавки, да? Ну ладно. Зато я теперь имею лопату. О, таверна. А мне можно набухаться? Щи. Нет? Видимо, нельзя. Ну и ладно, ну и не надо, подумаешь. Боже мне. Вечереет, елки-палки.
направление, гайд, буквально, понятно. Это вот эта вот штука. Ой, нет. Да, вообще-то да. Это как раз та штука, просто она не отображается, потому что нет активных заданий. Что-то дожди херачат прям, жесть, как. Кошмар. Кошмар. Пойду я, пожалуй, домой. Купил я дурацких семян, пойдем сажать дурацкие семена, пока не стемнело нафиг, и она не вырубилась на ферме на полу. А то есть у нее такая черта. Любит она спать на траве. И вообще, справедливости ради, на траве спать относительно прикольно. Ну, конечно, если у тебя есть не только место на траве, но еще и кровать дома. Ну так, в качестве разнообразия. Такс. Семечки, морковки, морковки, морковки и морковки. Я еще купил какие-то семена, да? Нет? Ничего я не покупал больше. Окей. Что-то здесь уже растет. А растет оно насколько быстро? И насколько. Морковка, капуста. Нет семян. О, морковка. Класс. А, как удобно. Еще эта свинья скользит. Кошмарно. Так, здесь всякое можно разное сажать. Понятно. Так, что такое? Что-то здесь уже растет. Ну, круто, круто. Так, я могу копать. Зачем? Я зачем-то могу копать. Очень странно. Ну, видимо, оно укоренилось. Наверное, все хорошо. А, слушай, может, лейка нужна? Сейчас я придумаю, как лейку поставить. Так, во. Лейка. Все, поливаем. Да и так дождик идет. Коровка. Как дела? Дайте покормлю, что ли. Хочешь морковку? Кажется, ей понравилось. Все. Я посадил семена, дед. Отличные семена. Теперь ты можешь подождать, пока не вырастут. Увидишь, что вырастет после всего этого. Сади их в землю и дай им немножко времени и воды. Понятно. Так. А ты что хочешь? Почему у тебя над башкой восклицательный знак и какого хрена ты ничего не делаешь? Маленький утырок. Ой, что за семена ты принесла? А дед сказал тебе использовать... Ладно, дядя. Сказал тебе использовать лейку. Тебе придется поливать их каждый день, иначе они перестанут расти. Да ладно. Правда? Вот это да. Вот это советы, конечно, у тебя. Отличные. 9, 8. Так, мне надо проспать до утра. До 4 утра, отлично. Нифига себе, мне кто-то понаписал в Discord. Чё вам надо? Идти, твою мать. Чё это? А, ну да, все, каюк. Я что-то сижу тут, играю. Гаси FPS что-то просил. Так, покормить Свинтуса. Свинтус, тебя надо покормить. Игра сказала, что тебя надо покормить на морковку. Все, в принципе, пусть спит. Я пешком похожу. Пешком, конечно, медленнее, но ладно. Что тебе надо, дед? Что ты хочешь? Вот ты где, Соня. В смысле, Соня, я в 4 утра встал, ты охренел? Для тебя сегодня особо работы нет, но было бы неплохо, если бы ты смогла доставить молоко старой мамке Хаббард. В Кэндлвич. Коттедже. Она мастерски... Она мастер-шеф, мастер-повар Куила. Всего Куила, охренеть. Может быть, ты... у нее чему-нибудь научишься. Я не имел в виду
морковные подсказки. Дорога туда не маленькая, не короткая. Так что тебе надо будет постараться запастись каким-нибудь говном. Металлическое ведро, чтобы набрать молока. А в остальном занимайся чем хочешь. Понято. Так, мне нужен одуван. И надо подношение сделать, а то эта скотина обидится. Держи тебе морковочку. Так, ведро. Релиз, РТ. Релизим. Налил. Кошмар. Но зато вода растекается. Правда, как вирус растекается. Растекается же. Хоп, молоко. Гладить корову. А, в принципе, спит ей похер, так что ладно. А, да, кстати, надо же еще это... сделать вот эту. Поливаем. А, это полив такой. Понятно. Дождик, в принципе, сам тогда польет. А я пошел. А куда я пошел? А я пошел куда-то... Куда я пошел? Северные ворота, Candlewich Village, Festival Green. Не посещено. А, в смысле? Вот это, наверное, один из коттеджей. Просто он не сказал, куда идти, а вот эти ворота закрыты пока что. Возможно, это здесь. Ну, найдем, я думаю, справимся. Делов-то. А можно мне Свинтуса? Как Свинтус называется? Надо вспомнить. О! Можно еще так бегать, да? Прикольно. Свинтус! Не уик, а пошли отсюда. Поскакали! Иху! Оп! Так, это на ферму. Мне туда не надо. Ну, на нем реально быстрее. Когда он разгоняется, это прям... ух! Скорость... чувствуется. Заносит его, правда. Очень сильно. Так, а чё, а куда? Во, что за указатель? Северные ворота. Охренеть. Ой, очень полезно. Спасибо большое. Что это такое? Вы не можете владеть этим магазином? В смысле? А чё, владеть магазинами можно? Мы же с тобой знакомились уже. Джоффри Блэк? А, ты за ним стоишь, ты спрятался? Понятно. Понятно. Торговали всяким разным с вашей фирмой. Ага. Хотела ли бы ты когда-нибудь стать кузнецом? Нет. Ревар. Очень странные какие-то разговоры. Так, Candlewich West. Пойдем на запад, ладно. А чего вы все на улице делаете в дождь? Наркологи. Тут что? Друида Кросс. Ну, наверное, нам на запад. А, я же могу вот так посмотреть. Уинь, да, нам туда. Нам сюда. Здрасте. А вы кто? Впрочем, пофиг. О, рыбка. Ку-ку вот. Замечательно. Так, камушек. Это, в общем-то, не тот камушек, который нужен, чтобы открыть зону. Яблочко. Не ваше. Замечательно. Груша. Еще одна груша. Конечно же, она не ваша. Конечно же. Вам нельзя трогать груши. Куку-лес. Нет, в куку-лес я не хочу. Куку-лес. Опять про рыбу. How do you... Так, нет, в туалет мне не надо. У туалетов есть другое использование. Какое же?
Ты кто? Не-не, вот ты кто? Тереза Грин. Не интересует. Меня интересует другая бабка. Говорят, она тут готовит охренительно. Ты кто? А, какой странный мужик. Артур Браун. Не интересует. О, а ты кто? У тебя над башкой книжка Эш Браун. О. Твой визит вдохновил меня на спонтанную станцию. Что такое станза? А! На спонтанный стих. Все ясно, все, я пошел. Все, спасибо. Спасибо большое. Очень интересно, я пошел дальше. Ты кто? Тереза Браун. Ну, логично, что это не тот, кого я искал. Все, отстань. Их домашний камень. Не дают пройти. Делай подарки неписям. На день рождения увеличит дружбу с ними. Да ладно. Проверяйте календарь. Но я не хочу. Проверять календарь. Игнатиус Кеттл. А, он здесь живет, да? Понимаю, понимаю. Так, мне нужны камни. Эти волшебные камни. Их тут всего два. Очень маленькая зона. Очень маленькая. Где же второй? А это что такое? А это вход в пещеру. А в пещере нас ждет примерно ничего? Какие-то книжки. Какая ведьма? Нужна в помощь в сортировке ведьм? Где какая ведьма? Что? Фиг. Сундук с кодовым замком. К сожалению, не попрутфорсить. Ну и ладно, ну и не надо. Доставить молоко. Я всегда могу заюзать эту хрень, но искать самому прикольнее, как по мне. Одуванчик. О, камень. Отлично, карта региона есть. Так, ладно, показывай мне, куда идти. На запад, да? Это, да, куда-то на запад. Ладно, мы туда сходим чуть попозже, попозже. Сначала вот эту. Речной траут. Забыл, как называется. Вообще рыбу не очень люблю. Хотя горбушу надо будет купить, наверное. Как раз Новый год на дворе. Дневник молочника. Звучит эротично. Вырезки из очень длинного дневника. День 232. Я забыл сделать подношение вчера утром. Прежде чем начал свой обход с доставкой, с молоком. Теперь молоко прокисло. Печалька. Не, ну, слушай, в этом есть свои плюсы. Если молоко прокисло, из него можно сделать какой-нибудь айран там или что-нибудь еще такое эдакое. Сыр, в конце концов. Или еще какую-нибудь хрень. О, Candlewich Cottage. Отлично, мы там, где нужно. Надо найти камней для начала. Тот камень. Как же ее заносит. Жесть просто. Просто жесть. А можно я морковку? Можно морковку собирать? Кайф. Обворовал бабку. Странно, кстати. Такс, бабку обворовали. Примроуз. Обворовываем бабку дальше. Мне все-таки нужно все это барахло, я это все продам. Да и по квесту нужно. Друг садовника Уэйла. У меня пальцы зеленые. Теперь в носу не поковыряться. Сажала мою маленькую розу в саду.
Сарай в саду. Что, что я только что прочитал? Ладно, пофиг. Бабка, есть к тебе дело. Квестовая. В туалет я не пойду. Так, сначала я тебя ворую. Это мне все пригодится. Статуя. Надо ее потрогать просто. Чтобы она дала мне доступ. О, фиолетовые яблоки. Оп. Оп. Так. А есть ли у меня какая-нибудь характеристика? А, вот она. Меткость 6, бартер 4. Ага. День рождения, первое число весны. Понятненько. Дни рождения не отображаются. Перманентные трейты. Чарм. А есть кто-нибудь нашего возраста? Сколько ей лет? 13. Этим всем по 40. О, а, это брательник. Вот тут персонажи еще дофигища. Здрасте. Мне с вами надо поговорить, да? Ой, извини, тебя не заметила. У меня просто возникла парочка планов рецептов. Та-та-та. Великолепно управляюсь с соусами и так далее. Угу. Сами боги благословили мою кухню, вот настолько я хороша. Скорее самоуверенно. Так, и я могу поделиться своими навыками с тем, кто хочет учиться. Так что, если возникнет желание, то заходи. Поделюсь рецептом булочки. Начнем с чего-нибудь простого. Принеси мне обычную капусту. Я покажу тебе, как превратить ее в нечто вкусное. Delectable stew. Варево. Нет, не варево. Рагу? Стю. По-моему, это рагу. А, это был рецепт рагу, там продавался. Твою мать. Это, да, очень интересно. Так, да. Молоко доставить. Держи. Спасибо, это то, что я просила. Так, ты просила еще cabbage. Держи тебе cabbage. Так. Simpleton stew. Сюда надо еще какую-то хрень добавить, которой у меня, к сожалению, нет. Ну ладно. Ну ладно. А кухню можно потрогать? О. Simpleton stew. Нам нужна еще какая-то хрень. Ну ладно. Песик. А песика погладить не дают. Вот твари. Время заканчивается. Я закончил же квесты. Я камни здесь не нашел только. С этим попозже разберемся. Квестов больше нет. Сказали, занимайся чем хочешь. Вернее, чем угодно. Так что пойду-ка я найду камни, и мы отсюда летим. Тык-т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 ык. Хоба! Кукудью. Замечательно. Так, стоять. Куда это ведет? Candlewich West. Ну, в принципе, нам туда и надо. Плюс-минус. Но сначала камни. Камней-то не видно. А где они? Бабку я ограбил. О, камень. Нужен еще один камень. А это что такое? Не дают туда пройти. К сожалению. Так, это статуя. Там еще какая-то записочка лежала про морковку. Про морковку, про морковку. И не только про морковку. Якс, ну все. Регион я открыл. Время заканчивается. Мне надо... Оба! Подношение посмотреть.
А как мне... А никак. Понятно. Пропутешествовать за яблочко. Мне вот сюда надо. Ну, давайте к воротам пока. Чёртова магия! Так. О, кстати, а можно грабить? Нет разрешения. А где у вас камень стоит? У вас же должен где-то камень стоять, который даст мне разрешение. Или надо с дедом подружиться? Слышь, дед, ты что такой злой? Герберт Лимон. Нарколепсия. Это токсичный. Мудила вообще. Вонючий еще в довесок. О, слушай. Слушай. Хочешь, я подарю тебе... Я... Ни хрена себе яблочко. Хочешь, я подарю тебе грушу? Держи. ...45 FP. Теперь он нас ненавидит немножечко меньше. Спасибо. Деду понравилось. Болтаем, что ли, с ним? А, это ты. Что такое? Что случилось? Я иду гулять. Я люблю гулять по цветам луны. Ночью. Понятно. Как дела? Все хорошо. Попил воды. Молодец. Странный дед. Но он не дает мне разрешения грабить его огороды, поэтому ладно. Пока не будем грабить его огороды. Сделаем это немножечко попозже. Герберт Лимон. Дай-ка я, что ли, закину ему в чашку сюда что-нибудь. Вот этого же мне не надо собирать. Мне только яблоки нужны. И вот эта хрень была, да? Нужна. Или нет? Я не помню. Яблоки и блюбери. Голубика. Пойдет. Слышь, дед. А, в принципе... Ну, хотя давай еще раз попробуем. Может, сработает. Я не уверен, правда. На. Спасибо. Вроде понравилось. Осторожнее с этой штукой. Какой штукой? Чертов дед. Надо свинтуться, чтобы покормить ему. Ну, я выяснил, что ему нравятся груши. Да, постараюсь найти еще немножко груш. Может быть, кормить его грушами ему станет лучше. Чёртов дед, может, он наконец мыться начнет. Здорово. Я сделал то, что ты просил. Ничто на вкус не лучше, чем, собственно, выращенная еда. Ну, в земле, конечно. Ладно. Всё, бывай. Мне нужна лейка. Мне нужно полить. А, не нужно поливать. Тут все окей. Ладно. Так, тут все окей. У нас наступает вечер. Значит, нам пора ложиться отдыхать. Денежки. Проспать до 4 утра. Хотя, может быть, давайте до часу. До 12. Ночь. А, ночью погуляем. Классно же. Классно же. Три монетки. Автосейв прошел. Хорошо. Так, свинтус. На. Хавай. Это я заберу. Чё тебе опять надо от меня? Чё ты хочешь? Тебе нужен серп, чтобы собирать посевы. Или пробираться через траву. Понятно. Наш старый ржавый серп уже все откинул копытца. Вернее, сломался, так что нам нужен новый. Найди Джереми Айронса в деревне, он должен помочь. Спасибо, твою мать. А ты не мог послать этого маленького засранца, который ничего не делает вообще? Почему я все время хожу и занимаюсь этой хренью? Вот? Подношения какие-то надо делать. Корова, дай молока. Спасибо. Так, что еще? А, тебе подойдет одуванчик? Ну и шикарно. О, груша. Дед будет рад.
Вот вообще, что за кошмарная жизнь у этих людей? Они живут под гнетом какого-то гребаного гнома, который постоянно от них что-то требует. Что угодно, но требует. Иначе они будут жить в говне. Ну как так-то? Ж кошмар. Стоять! Это что такое? Томато! У меня есть томато! И базил! Базилик! Тимьян! Красота. А что у нас еще растет? О, кайф. Как это? Земляника же не растет на таких кустах, какого хрена? Земляника растет немножко по-другому. Самая малость по-другому. Так, ну, в целом все, да? Все ок. Надо найти семян. Надо засажать огород до смерти. И валить дальше. Что это такое? Надо здесь камни найти. А какого хрена сейчас день? Я же ночью выбрал проснуться. Сороки! Не работает. Так, ну, на самом деле, ладно. Хрен с ним. Было чертовски весело. Ладненько, продолжим с вами в следующий раз. Ну, а пока что такие дела.